Грады, ну 10 секунд оставалось у Бена на выполнение упражнения. Успевает он. Ну, интересно, засчитают судьи, немножко так покачивало. Секунда всего оставалась в турнире Александр Кап с результатом 231 килограмм в толчке. В двойборе его результат 411 килограммов. Всего на килограмм он обошел своего коллегу по команде Гора Минасяна. Третье место у нас занял Антоний Савчук, Россия. Ну что ж, поздравляем победителей и призеров. А я благодарю вас за внимание. Не испытывает проблем Гор Минасян, потому что Гор Минасян стал победителем в рывке. На 10 килограммов он взял больше, чем его коллега по команде Рубен Алексанян.